Иду в парке, вижу разных. Кто занимается йогой, кто-то шашкой машет, кто-то использует тайный метод, бег с рукопашкой. В общем, кто на что гораст. На мой взгляд, не хватало посадить еще туда гадалку. Ну или что там кто-то что-то праздновал. Люди все разношерстные. Но эти как там? Белые, черные, красные, ну почти как в зоопарке разные. Идешь, берешь кофе, поднимаешь настроение и ищешь озарение на сочинение нового стихотворения. Пишу, что вижу. Да я и сам вижу, что думаю. А вот еще пару умников беседуют о великом, пьют латте, не знают забот, каждый считает себя избранником, но, возможно, идиот. А вот там семейка в пикник играет, ребенок кричит, чуть не тонет, родители в телефон залипают, мир вокруг них, как в фильме без звука. Собаки бегают без правил, смешиваются в общий хаос, и только старик на лавке пытается вспомнить свою молодость и мелкие страсти. И вот сидит молодой поэт, смотрит на все с презрением легким. Ведь в этом безумии видит он свет и рифмует цинично с оттенком жестоким. Закат окрасил небо в серость, день, как всегда, не идеален. Иду домой, пишу, как есть. С этой мыслью. Явно человечество стоит на перепутье перед выбором. Либо полная интеллектуальная деградация, либо беспримерный эволюционный скачок сознания. Ну вы поняли? Ах да, ясно, ясно. Извините, извините. Вы лучше лайк прожмите и на канал подпишитесь.